party in the city. Had myself a ball, the girls were pretty. I thought it was a good day, till someone passed a joint my way. Да. Прошлый выпуск был какой-то неоправданный. Ну, порывшись в пухлом конверте от Джо Лансдейла. Ну, что-то мне сдается, что пухлость этого конверта исключительно из-за того, что он жрет после шести. Я нашел еще один текст, еще одного рассказа. Итак, Джо Лансдейл. Кошечка. Они купили ей крошку Мэри. Масенькую кошечку, которую она так хотела. И она гладила ее и проверила, все ли с ней в порядке. Все, как ее учили. С кошечкой все было в полном порядке. И когда она задушила ее, освежевала и приготовила, она порезала ее на порции, в точности так, как ей это преподавали. Кошечка была подана семье, и все были в восторге и говорили, что это самая лучшая кошатина, которую они только ели. Хоть мама про себя и отметила, что кошка была пересолена и напомнила ей того соседского мальчишку, которого они украли и сварили, жесткого, костлявого, соленого и также приправленного слишком большим количеством соуса. Ну, уже больше, ну, ты еще есть, по-моему. Не знаю. Ждите.